Анализ современного состояния отечественной и зарубежной легко бронированной техники показал, что на вооружении сухопутных войск находится большое количество боевых машин, имеющих вооружение, не соответствующее современным требованиям по уровню боевой эффективности. Общее количество этих машин составляет несколько десятков тысяч. Тем не менее, высокие эксплуатационные качества шасси таких боевых машин позволяют использовать их в качестве базы для модернизации. С появлением на мировом рынке высокоуровневого и недорогого управляемого вооружения третьего поколения «Корнет» становится экономически выгодным модернизировать эту массу боевых машин в доведении их огневой мощи до уровня современных специализированных огневых средств. Государственное унитарное предприятие «Конструкторское бюро приборостроения», имея большой многолетний опыт в разработке высокоточного управляемого и стрелково-пушечного вооружения, разработало универсальный одноместный ракетно-пушечный модуль «Кливер», который вобрал в себя наилучшие качества известных всему миру комплексов вооружений боевой машины пехоты БМП-3 и высокоточного управляемого вооружения третьего поколения «Корнет». Стоит заметить, что боевой модуль «Кливер» впервые дает возможность простым, неспециализированным носителям вести стрельбу в движении всеми видами оружия, как днем, так и ночью. Конструктивной особенностью боевого модуля является полная автономность. Для установки модуля на старые или современные боевые машины требуются только объемы, вмещающие модуль, и источник питания 27 вольт от бортовой сети носителя. Боевой модуль представляет новую конструкцию массой около 1400 кг, размещенную на погоне, размер которого выполнен в соответствии с размерами погона БМП-1. Масса боевого модуля и применение погона малых размеров позволяют размещать модуль не только на базовой модели БМП-1, но и на других легких боевых машинах, на малых кораблях и катерах береговой охраны, использовать его стационарно. Важным преимуществом модуля является возможность его установки на большинстве носителей в ремонтных войсковых частях без доработки базы. В состав вооружения комплекса входит 30-миллиметровая автоматическая ПА-72 с дальностью стрельбы до 4000 метров и боекомплектом 350 патронов. Она оснащена опорной фермой для исключения колебаний среза ствола и повышения кучности стрельбы. Боевой модуль оснащен комплексом управляемого вооружения третьего поколения «Корнет» с дальностью стрельбы до 5500 метров и системой управления ракетой по лучу лазера, устойчивой практически ко всем видам оптико-электронных помех. На пусковой установке, в зависимости от типа носителя и по желанию заказчика, могут устанавливать всегда готовых к стрельбе. В блоке оружия установлен танковый пулемет калибра 7,62 мм с боекомплектом 2000 патронов. Автоматизированная система управления огнем боевого модуля обеспечивает обнаружение и распознавание целей днем и ночью, вычисление установок на стрельбу, разворот вооружения на углы прицеливания и упреждения, производство выстрела и контроль функционирования системы управления огнем. Автоматизация процессов выработки исходных установок с учетом реализации алгоритма стрельбы в баллистическом вычислителе позволяет обеспечить эффективное поражение воздушных малоскоростных целей. Независимая двухплоскостная стабилизация линии визирования и блока оружия позволяет обеспечить эффективную стрельбу с места, в движении и на плаву всеми видами оружия. Управляемое вооружение обеспечивает высокую вероятность поражения целей на дальностях от 100 до 5500 метров. Ракета с кумулятивным зарядом пробивает броню за динамической защитой толщиной 1200 мм. Ракета с термобарической боевой частью обеспечивает поражение фортификационных сооружений и укрывшейся живой силы, малоразмерных огневых точек типа ДОТ или ДЗОТ. Могущество боевых частей, высокая точность и большая стрельба, высочайшая помехозащищенность, эффективная стрельба 30-миллиметровой автоматической пушки и пулемета делают боевой модуль «Кливер» универсальным и многоцелевым огневым средством для поражения наземных и воздушных целей.
Приобретая боевой комбинированный модуль «Кливер», вы можете оперативно и без значительных затрат сделать большой скачок в повышении боевых и тактико-технических характеристик устаревшего парка боевых машин. Проявившим интерес к боевому модулю для обсуждения вопроса о перевооружении устаревшего парка боевых машин или оснащении новых, напоминаем, что комбинированный одноместный боевой модуль «Кливер» имеет массу не более 1400 кг, диаметр погона 1300 мм, бортовой источник питания постоянного тока 27 вольт мощностью 2 кВт, боекомплект 30-мм пушки 350 патронов, количество управляемых ракет на пусковой установке от 2 до 6. Дополнительный боекомплект может быть различным и зависит от типа носителя. Боекомплект к танковому пулемету калибра 7,62 – 2000 патронов. В заключение обращаем внимание, что на сегодняшний день базой для оперативного перевооружения является боевая машина пехоты БМП-1.